«Карьерный рост!» – пошутил я, глядя на дно песчаного карьера, зарастающего папоротником. Никто из моих спутников даже не улыбнулся. То ли слишком серьезно относились к значению этого выражения, то ли надвигалась ночь накануне Ивана Купала, когда тот должен был зацвесть. А может, чувство юмора было у них иное, чем у меня? Папоротник и не думал цвести ни днем, ни ночью. Он не считал Гоголя, а может быть, не любил голых баб и девок, которые всю ночь проплясали бы вокруг него, не говоря о прочих забавах, после которых он был бы весь измят и затоптан. «Пусть расцветают все цветы» – это явно не для него. Он не все. Он папоротник. В конце концов, вознамерился зацвесть возле моей мастерской под скамейкой, но резко раздумал, когда я прошествовал мимо него с полухмельной и легко одетой подругой, направляясь в сторону шашлычной ямы, ждущей наших мирских утех. Когда в полночь мы, спотыкаясь, шли обратно, какие-то отвратительные желтые огни торчали между его мохнатых листьев, но, возможно, это отражался свет мастерской в луже, скопившейся во время полуночного дождя вокруг этого загадочного растения.